песня «Клавочка». Тоже на стихе. А где Игорь? Где? Игорь, включи. Ага, спасибо. Я просто хочу сделать комментарий, Оля, если можно. Значит, это моя просьба. Дело в том, что многие присутствующие в зале помнят эту песню, мы ее с удовольствием пели. В каком-то смысле это была моя визитная карточка. Я в лицах изображал всех персонажей, о которых там идет речь. И поэтому я попросил сегодня вот Владимира Андреевича исполнить это произведение. Он сопротивлялся, но спасибо ему, что согласился в итоге. Да. Ну как я мог отказать нашему дорогому гостю из Нахичевани? Дело в том, что он наш дорогой друг, пел это в раннем детстве. Он мне поведал об этом, он сейчас сказал, что пел. Правда, очень странно, что в качестве визитной карточки он выбрал именно это произведение. Странная довольно визитная карточка, скажем. Действительно. Проходила, но мало ли что у нас проходит. У нас Борис Моисеев проходит. Значит, ну клавочка, значит, тем более это странно, что сегодня в моем исполнении это звучит тем более странно, потому что песня эта сочинена в далекие студенческие годы. Реалии, которые там в этой песне звучат, то есть вот там соответствующий антураж, ВТО, рассказ о посещении, имело пространное название, рассказ о посещении Клавы Ивановой, ресторана Всероссийского театрального общества. Ресторан этот был на углу Тверской и Страстного бульвара, он сгорел. Но и там все аксессуары этого, ну как вот охмуряли там Клавочку, они в общем, за исключением тех фамилий, способы или там манеры вести себя, осталось сегодня все той же. Но особенно странно в моих устах звучит финал этой песни. «Едет утречком на лекции дуреха, ослепительная сверстница моя». Потому что у меня такое ощущение, что в свои 82 я поступил вновь в институт. Значит, так или иначе, выбор сделан. Отказать ему я не могу, тем более в его день рождения. И я эту клавочку пою. Игорь, давай. Клавка в строчку лицо белой бумаги и сидит, не понимает ничего, а вокруг все киномаги да завмаги, да расслышанные члены внутри, что ни словом о строяне до филини, что ни запись от Знаурда Адамо, так и сяк они крутили да финтили, а на теле добивались одного. Клавочке, вам водочке, Эрен, помидорчик, Клавочка, позволите вас на разговорчик, как самый под своими круг твоей пчелки. Крутятся, да вертятся лысые мальчонки. А снабженец Соломона Роныч Липшиц в кедроновом костюме цвета беж обещал сообразить японский лифчик. Никогда так не пою. За рубеж говорил ей, как он хаживал по Риму, как в Гонконге с моряками пировал. Ой, глушили клавку так, как глушат рыбу, без пощады, чтобы в раз и наповал. Клавочка, вам водочки или помидорчик? Клавочка, позволите вас на разговорчик, как самый позволенный в круг твоей девчонки крутятся, довертятся лысые мальчонки. И сидел еще один лохматый гений, тот, которого поймут через века. Он все плакал возле Клавкиных коленей,
и бессвязно материл Бондарчука. Все просил он, все искал какой-то сути, все кричал, что на 7 бед один ответ. А в конце вдруг объявил, что бабы суки, и немедленно отчалил в туалет. Плавочка, водочки или помидорчик, плавочка, позволите вас на разговорчик. Как самый под своими круг твоей девчонки крутятся да вертятся лысые мальчонки. Ну, а третий все развешивал флюиды, докосил многозначительным зрачком, намекал, что, мол, знаком с самим Феллини, а по роже не скажешь, что знаком. Клавка мчится в кругаля, как чумовая, задыхаясь и шарахаясь от стен. Кум Сличенко, внук Феллини, друг Чухрая и свояченик самой Софи Лорен. Клавочка, вам водочки или помидорчик, Клавочка, позволите вас на разговорчик. Как самый под своими в круг твоей девчонки крутятся да вертятся лысые мальчонки. Клавка смотрит вопросительно и горько, ей не видится, не дышится уже. В этом диком и цветном, как автогонка, восхитительном и жутком кураже. Но опять шуршит под шинами дорога и мерцает дождевая колея. Едет утречка на лекции дуреха, восхитительная сверстница моя. Клавочка, вот водочка или помидорчик, Клавочка, позволите вас на разговорчик. Как самый подставный круг твои девчонки крутятся, да вертятся, мысли мальчонки.